Привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, и это снова игра из серии компании Золтан, Альфа Студия или Бета Студия, неважно. Игра, которая называется Поле Плюс. Что-то странно, ребят. Миллионер Плюс, Поле Плюс. Конечно, я в нее играл, по-моему, один раз, и, конечно же, благополучно слился, назвав неправильно слово. Но я надеюсь, что в этой карточке нам удастся дойти до финала и, конечно же, построить дом. Ну, или купить какие-то основные принадлежности в наш самый любимый гараж. Итак, нажимаем кнопочку заветную «Новая игра». Вот тот самый барабан, как вы видите. Из самых-самых-самых старых версий, самой старой версии Поля Чудес. И третий игрок, которого зовут Тристан. Итак, третий игрок, вращайте барабан. Ну, естественно, я кручу барабан. И, кстати, звук, помните, кстати, да, ребят, звук прикольный, мне нравится. И да, 10 очков, буква. Итак, оружие у нас, оружие. Так, смотрите, что у нас может быть с оружием? Аркебуза, мушкет, что еще из оружия? Пистолет, шпага, кинжал. Так, что еще можно? А, арбалет, блин, вспомнил, буква А. Конечно, арбалет. Ну да, ребят. Мне кажется, сейчас будет четвертая буква и первая самая. Да. Это арбалет, ребят. Ну все, я отгадал. Сейчас, короче, последняя буква. Буква Т. И я перейду во второй раунд. Кручу барабан. Извините. Совушкой и ослика. Но я знаю слово. Нет. Фух. Раз. Раз. Отлично. Все. Арбалет. Т. Давайте букву Т. И, конечно же, мы проходим финал. Очки увеличиваются в 2 раза. Ну, откройте, ну, откройте. Ну, все, ребят, арбалет, естественно. Я, конечно же, выиграл. И все, четвертьфинал завершен. И что, ребята? За слово, конечно же. Это арбалет. Арбалет, естественно. Это слово арбалет, конечно. Абсолютно верно. Ну, ребята, вот так вот. Мы приветствуем победителя первого тура. Да, ребят, пипец. Да, совушка, конечно. Рекламная пауза, так, для продолжения. Тапаем, и мы переходим, конечно же, в полуфинал, ребята. Вторая тройка игроков в студию. Итак, первый игрок, это какой-то... Это какой-то фокусник, Валерий Дегтярев, диспетчер такси. Ну, посмотрите, ну что это за диспетчер такси? Это больше на какой-то странный Пиноккио. О, вот это вообще гангстер с кроличьими зубами. Василий Стрелков, переводчик из Закарпатской области. Ну, смотрите, ну это что такое? И третий игрок, конечно же, я. Естественно. Итак. Тема игры. Рыбы. Вау. Ну, смотрите, вот у меня есть один вариант. Карп. Один вариант по поводу рыбы. Фугу. Тоже может подойти спокойно. Будем, в принципе, пробовать буквы, ребят. То, что здесь вообще выиграть просто проще простого. Вот, если ты знаешь, как называется та или иная рыба, давайте попробуем карп. Вариант А. Букву А использовать. Отлично, ребят. Если она сейчас будет стоять буква в... Нет, слушайте. Не карп. Офигеть. Подождите, значит, у нас не карп, правильно? Не карп, не фугу. Так, фугу, фугу. Сектор... О, отлично, как раз вовремя, ребят. Давайте самое первое. Откройте. Точно, ребят, конечно же, щука. Ну, ёлки-палки, конечно. Давай слово, естественно. Щу... К. Вот смотрите, как все удачно. Смотрите, как все удачно. Не давая шансов соперникам, я автоматически прохожу, просто пробиваюсь в
игры, то есть в туры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Расстроился парень. А этому вообще все равно. Вот этому игроку с кроличьими зубами, Василию Стрелку, вообще все равно. Вау. Я иду. Чего, блин? Ну-ка. Давненько у вас ничего не покупали. Вы ничего не покупали. Да и не куплю ничего, не надо. Пофигу. Я иду, конечно же, на игру. Слушайте, с анимацией еще так прикольно, конечно же. Третья тройка. Ну что ж, финал у нас, да? Правильно? О, Мишка Голостя, ну конечно, ребят, ну как же без него? Это что это? Это еще кто такой? Владимир с Гусева Калининградской области. Ну и, собственно, любимый, ваш любимый Тристан. Тема игры «Чувства». Угу. Смотрите. Что может быть из чувств? Смотрите, любовь, я думаю, однозначно подойдет. А дальше. Нет. Из семи букв. А, чувства, чувства, чувства. Зрение. Что еще? Подождите. Чувства, чувства, чувства. Давайте попробуем буковку «Е» взять. Пойдем нестандартно. Да пошел ты нахер. Ах, решил не по нестандартному пути пойти. Вот я чувствую, что он сейчас откроет букву А, и будет обидно. А, он букву И. Ты твою мать, ты серьезно, что ли? Охренеть. Буква И. Ну-ка, буква И здесь. А, и все. Так, ну-ка, 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 механ, вращайте барабан. Так, что же может быть? Что же это может быть, ребят? Давайте думать вместе, давайте вместе думать. Сектор приз. Ну ты... Нет, он все, наверное, сейчас выиграет, ребят. Поспешил. С. Май, да что ж такое-то, блин. Ну, вот ему так везет, а. Стоило ему букву... Надо было букву А говорить, ребят. Тогда, возможно, бы я домыслил. Точно. Скотина назвал. Нет, ну все, ребят, это проигрыш. Это проигрыш, потому что за ним, если будет стоять этот человек. Михан уже знает, что это за слово, поэтому, блин, я уже это понял, но что-то я затупил. Да, три буквы подряд угадал. Шкатулки, студио. Ну, естественно, конечно. И давайте, выбирайте левое или правое. Ну-ка. Ой, да... Мне кажется, что он все, он уже догадался и будет меня просто-напросто топить. Если до банкрота... Ой, почему сектор череп не выпал, а? Зараза. Фу, отлично, отлично, ребята. Верно, не здесь. Ну ладно. 580. Откуда у них столько балдола, ребят? Фига. Отлично. Очков. Ну вот. Давайте проверим. Давайте проверим нашу теорию, связанную с буквой Е. А, сектор ключ на барабане. Ну-ка. Пытаем счастье или назовете букву. А давайте попробуем сектор ключ, ребят. Попробуем попытать. Мне дико сейчас интересно стало. Вот в отличие от того, что было в современной версии вращать... Вот в игре вращайте барабан. 6 ключей ты выбираешь и один автомобиля. Если вы правильно выберете ключ, то... А, ну даже так. Ну, давайте попробуем... Второй, третий, четвертый. Давайте попробуем самую середину, третий. Номер три. Так, вот что будет, смотрите, если я неправильно... Что будет, если я неправильно открою... Вау. Серьезно? Я открыл дверь? Охренеть, да быть такого не может. Ну вы серьезно, что ли? С первого же ролика я смог выиграть автомобиль. Да ладно. А я еще продолжаю, ребят.
А я еще и продолжаю, ребят, вы серьезно? То есть, если игрок уходит, если игрок возвращает барабан, то есть, смотрите, если вот... Если было бы... Ну, это зависть, ребят, это буква З. Буква З. Ну, конечно, ребят, буква З. Это зависть, ребят, все. Мы выигрываем, мы сейчас забираем, конечно же, наш любимый... открываем букву З. Какая женщина... Ты чё, на её булки, на её булку посмотрел и на бампер? А, любимец женщин Дон Жуана, а? Ну ладно, всё, слово зависть, ребят, всё. Слово зависть, и только попробуй сказать, что это неправильно. Абсолютно точно, ну всё, ребят. Победа, я выиграл. Да, Мишка, ты, конечно, был очень хорош, но всё-таки я считаю... Отлично, это провал. Это вот, знаете, смотря на его лицо, ему вообще все пофигу. Вот вообще, ребят, от слова вообще. А потом по ресторану, он говорит. Не понял. А ты зачем уносишь барабан? Я что-то не понял. А, понял. А, вот мой ключ в руках. Что же, поздравляю вас. Вы стали финалистом Капитал Шоу «Поле чудес». Понятно. И спасибо. Ну, конечно же. 103 раунда вы набрали 110 очков. А, я теперь сейчас выбираю все, что хочу. Итак, выбирайте призы. Ну-ка, давайте смотреть. Ну, слушайте, конечно, хочется побольше, однако не хочу... Вот смотрите, кепка мне будет нужна. Однозначно выбираю кепку. Далее колесо. Слушайте, колесо, зачем мне колесо? А фиг знает, зачем мне колесо. Ну, пожалуй, кастрюлю возьму. Кепку и кастрюлю. Конечно, это будет глупо, но давайте кепку и кастрюлю. Да. Тем более на букву К начинается. Это вообще, вообще прикол. Итак. Ну и, собственно, у меня кастрюля. Нынче заваривать ролтон в пластике не модно. Спасибо. О, у меня ключ упал. Дамочка, куда пошла? Подними, пожалуйста. Ну ладно. И гоп, кепка, плюс 5 баллов к авторитету на районе. Естественно, да. Ну слушай, чувак, ты так долго будешь стоять с кастрюлей в руках, а? Так руки у тебя отвалятся, положи, пожалуйста. А теперь я вас должен спросить. Мы играем, я хочу посмотреть, что будет в вопросе про суперигре. Вот мне интересно. В случае, если проиграю, ну понятно, я знаю правила этой игры, поэтому не надо... Да суперигра, конечно же, все. Играем в суперигру. Все. Барабан. В студию. А, смотри. Офигеть. Ну что же. Вращайте барабан. Начинаем суперигру, вращайте барабан. Так, ознакомьтесь со списком призов. Так, витрина, ванна, холодильник, мотоцикл, мотоблок, рояль, резина, гладильная доска, робот, камин, ковш, кирпичи, футболка, скачалка, туалет. Ну, слушайте, если для дома, то туалет обязательно нужен, потому что... Ну, а как иначе? А как иначе? Как я буду готовить там, например, вот с помощью кастрюли, там, без плиты... Да и в туалет нужно как-то каким-то образом ходить. Хотя, слушайте, кастрюлю для того, чтобы ходить в туалет, слушайте, это нормально. Это нормально, но... и камин, и туалет, это вообще здорово. Конечно, это нужные вещи. Однако, конечно, хотелось бы что-нибудь музыкального, что-нибудь романтичного, типа рояля, например. Или туалета, чтобы посидеть на унитазике, подумать о каких-нибудь идейках и так далее. И так далее, и так далее. Может, даже футбол, не знаю. Ванна, витрина. Витрина нет, холодильник. Ну, слушайте, все вещи хороши, поэтому что решит барабан, то мы и то нам автоматически он и выберет. Крутим. Крутим наше любимое колесо фортуны и смотрим, что у нас попадется. И тройка, номер 3. Так, он уходит и смотрит, что мне досталось под номером 3. О, холодильник, замечательно, холодос. Тот самый холодос, ребят. Отлично, с функцией автоблокировки с 18 часов вечера до 6 утра. Ах ты,
Все-таки подляночку мне сделал Якубович. Решил все-таки подляночку. Тема супер игры полководцы. О, слушайте. Слово загадано из 8 букв. Я позволю вам открыть любые 7 букв. Вау. Полководцы. Ну, смотрите, я думаю, что здесь будет буква О, однозначно, буква В. Дальше, кто еще из полководцев? Багратион, Кутузов, полководцы, полководец Жуков, нет, маршал, полководец Жуков, и Конев, Рокоссовский, буква К, Е, буква А. Сколько я букв назвал? 6. Ну и давайте буковку Р. Буквы О, В, И, К, Е, А, Р. Окей. Ну-ка, откройте, пожалуйста, буквы, если они вообще где-нибудь есть. О, слава богу, вышло. Молодец. Так, буквы здесь нет. Интересно. Вот здесь я не понял. Слушайте, итак, я даю вам минуту на размышление. Минута пошла. Так, слушайте, подождите, полководцы. Ну-ка. Интересно, подождите. Нифига себе. Вот это сейчас неожиданно было. На самом деле я рассчитывал какие-нибудь на фамилии вообще рассчитывал. Так, подождите. Мне кажется, здесь будет мягкий знак однозначно. Ну или Д. Дальше Т. Здесь давайте подумаем. Так. Полководцы. Кто еще здесь полководцы? Может быть, С. Посадарь. Посударь. Нет, подождите, Нет, подождите. Марь, Ламбард, Ламбард, блин. Я не знаю, ребят. Что проиграю, нет. Помадарь пусть будет. А, пусть будет так. Да, правильный ответ. Тьфу ты, блин. Ё-моё, вот это стыд, ребят, вот это стыд, не знать Наполеона, ой, бля, вот это было жесть. Да, ребят, это значит, слушайте, не так-то и много я потерял, на самом деле. Вот не так-то и много я потерял, я считаю. Ах, слушайте, в суперигре я один раз сыграл, 10 букв названо верно, названо слов 4 верно, 1 на 1 неверно. Ну, блин, ребят... Конечно, обидно, на Бонапарте слиться. Ну, давайте тогда назовем себя вот так вот. Оп. Окей. Эх, ребята, жалко, конечно, но слушайте. Зато открытая каточка нам удалось... Вот клевая каточка, не правда ли? Конечно, обидно было слиться, но слушайте, я считаю, что достойно сыграли. Очень достойно. Молодцы. Не обращай на тот финал, где я просто тупо слился, ребят. Забыл просто-напросто вообще про Бонапарта. Ну, ребят, ну вот. Да. Конечно, это снова можно назвать противоречивой каточкой, поскольку начало было хорошим, а вот под конец, конечно же, просто я просто снизил свои темпы. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзоры на какие игры хотели от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.